Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков. С вами Костик, и мы продолжаем знакомиться с играми на Android. Так, запустил сейчас Marvel Future Fighting. Нужно тут вот обновление еще скачать. Ранее мы познакомились с файтингом по Mortal Kombat. Еще с одним файтингом по Marvel. Как-то они не зашли. По Marvel файтинг понравился побольше. Но все равно что-то вот не то. Как-то не заходит. Также вот мне очень понравилась игра Marvel Future Revolution. Начал прохождение этой игры. Вот сейчас посмотрим еще одну. Вот один был файтинг. Так, сейчас я пока загружается, посмотрю. Marvel Contest of Champions. Вот такая вот была у нас игра. Да, это получается третья игра. Что-то еще мне встречалось по Marvel тоже в Play Market. По-моему, какие-то карточные игры есть еще. Но я что-то их не стал устанавливать. Я вот обратил больше внимания на три игры. Вот. Вот этот Champions, вот этот Future Fighting и Marvel Future Revolution. Ну, Marvel Future Revolution — это вот вообще лучшее, что я видел среди игр на Android. Также мне вот нравится на Android Headstone, Автачиз, но все это есть и на других устройствах. Вот Headstone можно играть на компьютере, в Автачиз можно играть и на компьютере, и на PlayStation, причем в одной сети играть также. Вот, то есть с одного устройства соревноваться с людьми, которые играют с другого устройства. Потом что, Симпсоны Спрингфилд, вот строить город, мне понравилась игра. Pokemon Go понравилась игра. Так, ну вот, получается, 5 игр пока что. Скачал я много игр. Но, видимо, надо, прежде чем что-то начинать записывать, сперва их вот все запускать, потому что везде вот такое вот есть. Загрузить файлы обновления. Так, No Way Home. Нет пути домой, наверное. Костюм Inspired by, что там? Exclusive in Movie Zitrus. Внизу слева написано вот. Какие-то вот, значит, фишки из фильма. Так, что бы еще рассказать, пока обновление идет. 40%. Вот, ну, Спрингфилд я запустил, раз показал. Вот, Автачиз не показывал с телефона, там, в принципе, никакой разницы в этом нету. Ну, может быть, когда-нибудь посмотрим. Вот, из не понравившихся еще вот Mortal Kombat был, я уже об этом сказал. Планировал продолжить сейчас Marvel Future Revolution поиграть, но потом, думаю, вот, по часу в день и хватит. Там тем более вот есть задание такое, вот там 10 минут поиграть, 2, там 30. И вот час там последняя отметка. Растянем удовольствие. Появился там вот новый персонаж. Появилась возможность добавить в команду сразу 5-го человека. Начал записывать. Сначала какие-то проблемы с записью были, то размер экрана не такой, то еще что. Вот два сервера запускал, играл, как бы доходил до одного момента, потом приходилось, ну, заново запускать, пролистывать по-быстрому пролог, все видео по-быстрому щелкать. Вот на третьем сервере как-то плохо все работало, тормоза были какие-то. Вот четвертый сервер, тут все вот уже нормально идет,
Я разобрался во всем. Вот. Можно было, конечно, сделать паузу. Но это я что-то только сейчас об этом подумал. В принципе, уже практически скачал все вот в этой программе, которую я использую для записи с экрана. Есть тут и пауза, и кисть. Ну-ка. Вот можно рисовать тут. Так, 69%. В Pokemon Go на днях заработал режим AR+. Вот, вышел без микрофона на улицу. Так, думал, мечи собрать. Потом лежу, вот, заработало. Думаю, пойти, пока елка стоит, снег на улице, снять, вот, как это выглядит прикольно, когда, вот, ловишь, и кругом вот эта дополненная реальность. Давно хотел поиграть, вот, Pokemon Go. Что-то он поначалу то телефон не подходил, то что-то в России что ли не работала она, вот этот Pokemon Go, то я запускал, карты не было. Сейчас вот все хорошо работает. На Соньке последнее время дают нам какую-то фигню. Вот в этом месяце тоже вот запустил все, удалил сразу. Стор сегодня проверял, бесплатных новых игр пока нету. Ну вот есть у меня увлечение сейчас. Вот Marvel Future Revolution. Можно в нее играть. Потом что? Сайтом стал более активно заниматься вот последние дни. Опубликовал все из очереди на добавление. Теперь вот буду чисто обрабатывать каталог. 17 числа будет 4 года, как я занимаюсь сайтом. Думаю, вот в этот день пробежаться по всей коллекции, сделать запись. Что еще? 88%. Особо. А, ну вот, сейчас вышел что? Мультфильм. Монстры на каникулах сегодня буду смотреть. И 3 серии Миротворца. Начал вот смотреть первую серию. Вот где-то до середины досмотрел, пока вот на паузе. Если понравится, то добавлю на сайт, сниму вот видеоролик о странице на сайте, списках, в которые будет входить тот или иной материал. Ну, Миротворец или еще вот Монстры на каникулах 4. Там увидим. Ну что ж. Обновление уже практически установлено. Сейчас мы познакомимся с этой игрой. Так, распаковка. Выполняется вход на сервер. Капитан Америка с бородой тут у нас. Звездный лорд всегда по-разному выглядит. Вот тут сюжетка какая-то есть еще. В Marvel Champions, по-моему, не было. Там, по-моему, просто вот сразу пошли бои. А что-то там это вселенная какая-то. Там это Канг. Так, почему Мстители не созвали раньше? То. О, тут вот так. Это прикольно. Это не файтинг. Это ништяк. А, вот сюда бить надо справа так же, как во Future Revolution. Вот, по поводу новой игры, которая должна выйти на компе, на PlayStation. Midnight, что-то такое. Пока ничего не известно точно, как, когда она выйдет. Ну, тут вот как в Marvel Future Revolution так же. Слева ходить, справа биться. Вот это прикольно. Я думаю, сейчас будет какой-нибудь файтинг, я тут 10 минут побегаю и выключу, а тут нормально так. Это кто? Это из этих не людей, по-моему. Черная пантера. Так, Чао, Черный Гром. То земля нуждается в нашей защите. Позволь нам присоединиться. Гром молчит. Ему нельзя рот открывать.
Ну класс. Вы можете поменять персонажа. Вот попробуем Черную Пантеру. Это класс вообще. Ну-ка, Черный Гром. Сильный. Т'Чала. Что произошло на Земле? Нам известно только то, что было какое-то массовое вторжение. Чем было оно, не было, это даже хуже, чем могло бы себе представить. Надо найти наших союзников, чем могли бы себе представить. То этот удар грома, Борода Одина, что же это значит? Давайте изучим ситуацию. Так, я снова Тором играю. Так, летать он пока не может, да? А не, вот надо развернуться, получается. А как разворачиваться? Следуйте за стрелкой. Так, тут нельзя, как Marvel Future Revolution, камеру в сторону двигать. Капитан Америка. Это на безумие. Стив. Стив, открой глаза. То слишком поздно. Он не подает признаков жизни. Во имя Асгарда, кто здесь? Неужто зрение меня обманывает? Что это за фокусы? Альтернативные какие-то. Они выглядят точно так же, как и мы, чужаки. Признавайтесь, кто вы такие? Ох, Чала, мы все вполне реальны. Реально вы или фальшивые, вам не избежать ярости грома. За Капитана Америка! Черная Пантера. Коснитесь экрана. Так. Используйте умение 1.5, чтобы заполнить шкалу предельного умения до 100% и исследовать предельное умение. Ага. Как предельное умение. Да класс. Future Fight. Блин, хорошо, что это не просто файтинг. Повтор заканчивается. Так, файл базы данных. Йокаста. Так, конспиративное убежище щита. Запись завершена. Меня послал сюда из будущего директор щита Ник Фьюри, чтобы я доставил следующее сообщение. Миру грозит опасность от неизвестного противника. Мы не справились, и я умру. Всему наступает конец, и я не мог даже понять, почему. Я не справился. Вы наша последняя надежда. Я рассчитываю на чудо. Йокаста отошлет вас назад в то время, пока апокалипсис еще не начался. И назначит вас новым директором. Йокаста. Это конец сообщения. Это тайный дом, подготовленный директором Фьюри. Вы здесь, потому что с этого момента вы возглавите щит. Такова была воля самого Фьюри. Ник Фьюри собрал тех, кому он поистине доверяет.
Это Капитан Америка Стив Роджерс, Железный Человек Тони Старк, наконец. И, наконец, Черная Вдова Наташа Романова. В качестве агента вы должны вместе с другими героями защищать мир от надвигающих угроз. Для новых агентов вроде вас у нас есть специальное обучение. Надо еще поискать что-то, вот я не нашел. Marvel Ultimate Alliance, вот он. А, он, по-моему, не на телефоне, он на этом. На Nintendo только. Да, он, по-моему, только на Nintendo. Или все-таки телефонная игра. Я помню, первую часть играл на компьютере, а вот вторую все не мог поиграть. Вот и она не на PlayStation, не на компе. Надо вот еще поискать. Но Flea Market я не нашел. Хотя вот в этих двух играх Marvel Future Revolution и вот этот Marvel Future Fight тут примерно тот же замысел. Так, навигация по заданию. Проверьте, какие обучения, агенты и задания сейчас активны. Так, выполнена миссия обучения. О, Человек-паук. Нажмите обучение агента номер один, чтобы перейти к выбранной тренировке. Так, хорошо, думаю, вы готовы. Теперь вам предстоит ввести могучих героев в бой против гигантских сил зла сюжетной миссии, основанный режим Future Fight. По мере прохождения сюжета вы можете усилить героев, используя полученные награды. Нажмите кнопку «Начать», чтобы отправиться в путешествие удачи. Так, начать. Конец света. И самая большая проблема в том, что у нас мало информации. Прежде всего, давайте делать все по порядку, шаг за шагом. Кто может представлять собой угрозу? Гидра. Я сомневаюсь, что это кто-то, действующий из корыстных побуждений. Даже Гидра не хотела бы апокалипсиса. Ну, есть кое-кто, кому, как я думаю, было бы наплевать на последствия. Альтрон. Его каста, как думаешь, ты сможешь обнаружить сигнал Альтрона с помощью своего радара? Я попробую, капитан. Подключаюсь к энтропийному радару. Прием нормальный. Расширение диапазона поиска. Запуск анализа входящих данных. Я сдерживаюсь, чтобы не разобрать ее на составляющие. Делать деталь за деталью. Что? Просто мысль вслух. Я обнаружил энергию, схожую с образцами энергии Альтрона. Степень соответствия составляет 12%. И продолжает расти. Хм, я не знаю, что это значит, но, по крайней мере, это уже что-то. Начнем с Альтрона. Где он? В небе над Манхэттеном приближается к Старк Тауэру. Ну и дела, почему всегда я? Эй, вы что, уснули? Может, начнем двигаться? Базы. Что у нас? Капитан, Железный Человек и Черная Вдова. Вообще класс игра. Вот. Мне нравится. Вот. Блин. Хорошо, что это не файтинг. Просто Future Fight. Я думал, сейчас какая-нибудь дичь опять вот сражаться вот так одним пальцем щелкать. И для суперудара там вот пальцем в сторону. Особенно мне не понравилось, как блок там надо держать. Типа пальцем влево как-то. Не знаю, неудобно. Может, если были какие-то насадки под джойстик, как-то еще зашло. Ну, по крайней мере. Там еще как-то. Так, их слишком много. Где это? Так, силы Альтрона уже захватили. Мы все проворачивали дело потихоньку. Будьте начеку, Тони. За это мы тебя и любим, Кэп. Его каста. Все хорошо, мистер Старк. Могу подтвердить, что большая часть разрушена. Приятно слышать. Спасибо, Ио. Кажется, мы разделились. Не расслабляйся. Вечеринка только начинается. Рассчитывая стратегическую возможность входа. Понял, спасибо. Чуть вообще так быстро. Гораздо быстрее, чем Marvel Future Revolution. Так, ваша первая миссия выполнена. За выполнение миссии можно получить различные награды. Так, коснитесь для продолжения. Так, награда за первое прохождение следующей миссии. Перейти в главное лобби. Перейти на экран подготовки битвы текущей миссии. Перейти на экран подготовки битвы для следующей миссии. Так,
сюжетные миссии. Познакомьтесь с основными сюжетными игры во время сюжетной миссии. Участвовать в битве могут и имеющиеся персонажи. Участвовать могут персонажи, достигнувшие уровня 70. Персонажи класса 3 или персонажи с превышенным пределом потенциала. Собирайте фрагменты в качестве ежедневных наград и объединяйте их, чтобы получить особые предметы. Так, обучение агента номер один. Сюжет, пройти часть, экстренная отправка. Один из одного. Так, ежедневная награда. Доступные награды. Так, награда за прохождение миссии Академии. Так, обучение агента номер два. Академия щита. Загляните в раздел «Помощь» в Академии щита. Так, обучение агента номер два. Сюжет, пройти часть «Неожиданная встреча». Сюжетная линия. Погнали. Лаборатория в Старк Тауэре. Попробуем железного человека. Воитель обнаружен. Так, ну тут не успеешь ничего. Насколько он может так? Это весьма вероятно. Мне повезло, что он так. Ну ладно, тут. Так, посмотрим. Просто я тут точно не успею. Между миссиями только, может быть, что-то почитаем. Накапливается супер, да. Босс написано. Так, эй, подождите, созданный мною костюм не может быть таким слабым. Гордыня до добра не доводит. Сбой системы. Выполняется инициализация данных. Этот парень слишком много болтает, я вырублю его. Вот так, но это было просто. Хотя я должен добраться до составных частей, чтобы посмотреть, что случилось с этой броней. Кстати, это было не просто похищение, даже внутри все переделано. Ты уверен? Конечно, уверен. Свою работу я бы узнал, а это не она. Вероятно, он прав, это было слишком легко. Чуть я так и не поглядел, супер, да. Копил, копил. Ну, посмотрим, черную вдову. Говорил он, прям текст появляется, когда говорят слева вверху. Вот. Ну а куда же эти делись? Тор, Черная Пантера, Черный Гром.
Вижен вот тут появился. Его каста. Чё ж тут они сами пролистываются, интересно. Так, погнали. Ай. Оп. Не увернулся. Ай, отбегай. Готов. Так, получен фрагмент истории обычная. Уже слишком поздно. Он скоро будет здесь. Меня не интересует, кто сюда явится. Скажи мне, что ты у меня украл. Я ничего у тебя не крал. Если это так, то какова твоя цель? Вы это узнаете в следующий раз, когда мы встретимся. Он изменит свою плотность. Лови его, Наташа. Он может быть и не настоящий, но управлять плотностью, как Вижен, он умеет. Исчез. Мы должны вернуться и посмотреть, не пропало ли чего. Йокаста. Займусь этим сейчас же, капитан. Женщина или сама, сколько персонажей всяких. До завершения события 4 дня. Так, на крестик. Получена награда, новые костюмы для Человека-паука. Так, доступен класс 3 для новых персонажей. Кингпин можно развить до класса 3. Тут что, и злодеями можно играть. Предложение для новых агентов. Пошаговое задание. Выполняйте пошаговое задание, чтобы развить персонажей до класса 2 и класса 3. Перейти. Так, пошаговое задание. Так, пошаговое задание. Так, развитие до 10 персонажей до класса 2. Кто у нас тут есть? Локи. Халк. Веном. Шури. Вижен. Призрачный гонщик. Сорвиголова. Чё ж, вот на PlayStation, на компе до сих пор нету игр с таким подбором уматным. Железный кулак. Сокол. Соколиный глаз. Енот-ракета. Грут. Йонду. Оса. Блейд. Тор. Доктор Осьминог. Черный гром. Человек-муравей. Человек-паук. И Человек-паук Майлз Моралес. Ну, как вы уже догадались, я возьму Человека-паука. Вселенная Марвел. Что это тут? Так, ага, это тен, скины всякие. Актив, лидер, пассив. Выбрать персонажа. Так, выбрать персонажа. Начать выполнение пошагового задания с персонажем Человек-паука. Выбрав персонажа, вы не сможете его сменить. Выбрать. Так, рассказать. Союз, WhatsApp, Twitter. А, это вот это. Так, преимущество пошагового задания. Скидка 50% на костюм выбранного персонажа. Перейти к покупке. Так. Что у него тут есть? Ого. А у меня нет кристаллов.
Так, скидка. У меня ноль пока кристаллов. Перейти. Так, обычная. Межпространственный бой. Время и пространство трещат по швам. И мстители спешат остановить хаос. А злодеи со всего мира пытаются обернуть ситуацию себе на пользу. Так, почему тут опять Капитан Америка? Так, невозможно получить ежедневную награду, все равно продолжить битву. Ок. А, битва, вот, что-то не за экран уходит. Лаборатория Stark Industries. Ну а где Человек-паук? Что-то не то. Один против массы, два против большого, наверное, лучше всего. Воитель, обнаружен нарушитель. Класс, еще одна игра, в какую можно играть в удовольствие. Ну, посмотреть, может, в Play Market много такого. Ой-ой-ой. Так, гордыня добра не доводит. Сбой системы. Выполняется инициализация данных. Этот парень слишком много болтает. Так, это не та же самая миссия. Я, походу, то же самое выполняю, да? Так, сюда стрелка показывает. Вижен вот опять. Да, я, наверное, что-то нажал и повторно выполняю. Так, один, три робокража, межпространственный бой, назад, обычная, так, а ну это вот я открывал как раз. Начни свое путешествие с сюжетной миссии, с героями. Так, закрыты. Коснитесь, чтобы продолжить. Так.
Так, магазин, команда. Новый Человек-паук, вот. Мастерство, ранг. Как его поменять? Пока нельзя, наверное, переключить. Добавить вызов, наверное. Нет. Так. Счет развития, биометрия. Ранг. За золото. Билет повышения ранга. Отмена. Так. Поиск персонажа. Так. Ну что ж тут можно переставить? Так, набор. Так, командные бонусы. О, поменялся. Человек-паук, Капитан Америка, ставим. И Железного Человека. Во. Вон оно как. А тут сколько? И тут еще больше их. Кого только нету. Эльза Бладстоун. Сиф. Айра. Ну-ка. Вот тут. Эльза Бладстоун, Сиф, Айра, Джессика Джонс, Шолк, Халк, Амадей Чо, Волна, Гвен Паук, Мастер Клинка, Меченый, Халк Бластер, Железный Человек, версия 44, Мистер Зловещий, Мистик, Боевой Тигр, Синий Дракон, Солнечная Птица, Панцирь Тени, Черный Карлик, Колосс, X-23, Псайлок, Медуза, Хеймдаль, Валькирия, Квазар, Аврил Кинкейд, Америка Чавес, Гамбит, Лунный Рыцарь, Рескью, Корвус Глефа, Супергигант, Невидимая Леди, Ночной Змей, Существо, Человек-факел, Красный Страж, Морбиус, Женщина-паук, Гильгамеш, Макари, Спектр, Доктор Осьминог, Красный Череп, Серси, Арес, Мунстоун, Бета-Рей-Билл, Железный Кулак, Кинго, Елена Белова, Люк Кейдж, Алая Ведьма, Призрачная Пантера, Арахнайт, Страйф, Фантомекс, Апокалипсис есть даже, Мефисто, Тена, Фея Моргана, вообще кем угодно можно играть, получается. Полумесяц, Мистер Фантастик, Белая Лиса, Страж, Випон Хекс, Железный Молот, Икарис, Ртуть, Домино, Луна, Адам Ворлок, Километр, Шури, Античеловек, Кэти, Синее Чудо, это Star Fox есть тут, Венву, Нова, Сэм Александр, Уиллс, Кло, Призрак, Голиаф, Дэдпул, Оса, Надя Ван Дайн, Эмма Фрост, Скерч, Мэджик, Ангел, он Ангел есть, Кейбл, Доктор Вуду, Малыш Омега, Искра, Красная Женщина, Халк, Мерзость, Алый Паук, Крик, Тейн, Рэйчел Саммерс, Китти Прайтс, Слэпстик, Таскмастер,
Гадюка, Темный Ястреб, Профессор Икс, Фила Велп, Сверхзвуковая Боеголовка, Человек-Горилла, Гладиатор, Барон Зема, Нова, Ричард Райдер, Варпад, Карат, Джаггернаут, Молекулярный Человек, Саблезубый, Доктор Дум, Кнал. Почему все это можно реализовать только на мобильном телефоне, я не пойму. Победительница, Мини-Эрва, Ник Фьюри, Человек-Лед, Электро, Гидромен, Немор, Часовой, Серебряный Серфер, Джубили, Бишоп, Дакен, Скорпион, Расплавленный Человек, Титания, Ронан, Небула, Йонду, Человек-Муравей, Желтый Жакет, Оса, Великан, Анжела, Черный Гром, Черная Пантера, Электро, Кингпин, Веном, Чаровница, Человек-паук Майлз Моралес, Вервольф, Фил Колсон, Проксима Полночь, Карнаж, Тор Джейн Фростер, Мисс Марвел Камала Хан, Женщина-Халк, Сингулярность, Сестра Грим, Дейзи Джонсон, Лэш, Линкольн Кэмпбелл, Дэктлок, Локи, Альтрон, Гамора, Сорвиголова, Малекит, Модок, Зеленый Гоблин, Енот-Ракета, Призрачный Гонщик, Халк, Блейд, Грут, Черная Кошка, Тор, Сокол, Вижн, Доктор Стрэндж, Зимний Солдат, Звездный Лорд, Агент 13, Пересмешница, Каратель, Соколиный Глаз, Агент 19, Пересмешница, это 13 какой-то. Соколиный Глаз, Дракс, Разрушитель, вот Пересмешница, Воитель, Капитан Марвел, Красный Халк, Танос есть, Кит Кайдзю, Адская Кошка, Призрачный Гонщик, Робби Рейс, Мантис, Циклоп, Хлыст, Агент Веном, Гаргон, Карнак, Лунная Девочка, Инферно, Дармаму даже, Максимус, Кристал, Носорог, Крейвен Охотник, Ящер, Мистерио, Поглотитель, Человек-паук 2099, Стервятник, Шторм, Росомаха, Джин Грей, Зверь, Песочный Человек, Магнета, Шельма, Девушка-Белка, Певчая Птица, Халклинг, Гвенпул, Барон Морда, Мисти Найт, Шанчи, Гиперион, Кроссбоунс, Эбеновый Зоб, Грех, Викан, Белая Тигрица, вот долистал до конца, Капитан Америка, Шерон Роджерс, Хогун, Вальштах, Ван Драл, Один, Железное Сердце, Соколиный Глаз, Хела, Старейшина, Кицилий, Вонг, Сатана, Уилик, Клея и Хеллсторм. А нету этого почему-то. Старфокс. Болты. Нету Старфокса. Призрачный гонщик. Магазин поддержки. Вселенная Марвел. Так, требования к участию в пространственных миссиях. Пройдите сюжетную миссию 2.1 план спасения. То есть потом только вот он появится. Так, команду отредактировал. Так, команда, магазин, инвентарь, колосс, бонусные задания, миссия событий, купон будущего, пошаговые задания, события в честь нового. Так, вверху вот что у нас тут. Награда за вход в игру. До завершения события. Так. Энергия. Так, можно получить награду за день, в который вы выполнили вход. Так, первый день.
добавлено, так, миссии, так, вот, значок. Обучение агента номер 2, вот, погнали, вот так. Награда за прохождение миссии Академии, полученные очки. Так, пройти часть робокражи. 1-3 робокражи. Кажется, Альтрон, вот отступил. Так, неожиданная встреча, кажется. Так, Альтрон, так, а это первая где? А первая было что? Экстренная отправка. Так, Старк Тауэр внезапно окружили множество Альтронов. Нужно, так, пробить осаду. Неожиданная встреча. Значит, эти два выполнил. Ну-ка. Его каста, каковы результаты? Вижн сказал правду. Есть несколько сломанных предметов, но они ничего не... Ну, ничего не пропало. И? Пропала сотрудница научно-исследовательского отдела. Кто? Существует ли вероятность того, что она просто на больничном? Ее зовут, да, Джема Симмонс. У меня есть подтверждение того, что она вошла в задание 8.32 сегодня утром, но это с агентов счета. Я понимаю это имя. А, я перепутал, кто где говорит. Я помню. Так, я не нанимал ее, но один раз при личной встрече я отметил ее блестящий ум. Я точно не знаю, над чем она работала. Ты уверена, что ее здесь нет? Ответ положительный. Они послали так много народу, чтобы похитить одного человека. Это означает, что она должна быть очень важна. И ты не понимаешь, почему она может быть так важна? Смеешься? Ты знаешь, сколько людей работает в Stark Industries? Успокойся, я тебя не ругаю. Его каста, где находятся альтроны, покинувшие здание? Они направляются на север. Тогда приступим к делу. Иокаста, разузнай, что за исследование она вела. Наташа права. Пойдем, Тони. Класс вообще. Чем-то даже может быть увлекательнее, чем Marvel Future Revolution. Так, переключим на Человека-паука. Ну, убили, что ли? Вот дела. И как нам его поднять? Надо было его... Не основным пока брать, чтобы он просто бегал и опыт получал. Не терпится узнать, что же она исследовала. Мне тоже, особенно потому, что этим так интересуется ЦИ. Кроме научной гордыни, у них ничего-то и не осталось. Так почему же они это делают? Мы это узнаем, когда спасем ее. Кто же знал, что после нескольких неудач в области науки они решат ограбить Stark Industries? Местоположение доктор Симмонс подтверждено. Они уносят все дальше на высокой скоростью. Также... О, нет. Что случилось? Он вернулся. Приближается еще с большей скоростью. Что с Джемой? Остынь, Тони. Сначала разберемся с Альтроном, а затем спасем доктора Симмонс. Они забрали ее, потому что они хотят что-то заполучить, поэтому они ее не тронут. Точно подмечено. В таком случае, давайте, что ли, превратим этих ребят в пыль. Не, паука пока нельзя никак вернуть. Ладно. Так. Альтрон Прайм. Время ошибок прошло, типа.
Тони раз, так, чё тут? Всё, погнали. Ой. Блин, как-то сбилось. Значок надо перенести куда-то. Записи. А то нажимаю тут нечаянно. О, жизнь не кончается. Где подхиливать? О, справился. Паук получил опыт, а сейчас у него будет побольше жизней. Это все на сегодня. Звучит как слова побежденного злодея. Все готово к наступлению новой эры. Ничто не остановит вторжение. Кто тебя послал? Вы скоро все сами узнаете. Мы встретимся опять в последний день старой эры. Исчез в один миг. Идемте, мы должны найти доктора Симмонс. Надо поспешить. Загрузка. Обучение агента номер 3. Так, щелкнуть, типа получить ништяки. Так, тут что у нас еще есть? Основное, уникальный сундук. Бесплатно. Так. Пройдите часть игры Академия Щита уровень 1. Так, уровень 1, значок герой усилен. Капитан Америка Шерон Роджерс. Бесплатно. Бесплатно. Закрыть. 100 кристаллов. Так. Назад. Покупка. Так, артефакты. Бесплатно. Так. Потом что, персонажи вот. Сундук героя. Бесплатно. Бесплатный сундук героя. Бесплатно. Уровень 1, значок герой усилен. Карат. Так. Чуть я когда листал персонажа, его не заметил. Энергия. Бесплатно. Так. Что у нас тут еще вверху? Награда за вход в игру. Так, 1, 2. 24. А, это вот, ну вот, числа. Ну а чё он не берет? Энергия 150. Сегодня 24 или что? Сегодня 14. За вход игру не пойму. Союз. Так, общедоступный. Так, что тут? Пока не надо. Входящие. Забрать все. Ок. Подарки. Забрать все. Забрать. Так. Выбор персонажа. Новый костюм, новый класс. А что это они у меня все отображаются? Вот сейчас вообще другая подборка. Призрачный гонщик, Карнаж. Карнак, точнее. Вот тут можно посмотреть, как они выглядят.
Черная кошка. Фиск. Кинга. Кэти. Серси. Скорпион. Крик. Алый паук вот так выглядит. Темный ястреб. Красный страж. Таскмастер. Гадюка. Панцирь тени. Боевой тигр. Человек-горилла. Мастер клинка. Доктор Вуду. Гидромен. Расплавленный человек. Карат. Мини-Эва. Существо. Человек-факел. Фея Моргана. Железный молот. Голиаф. Уилсон Кло. Шури. Америка Чевес. Хеймдаль. Скёрдж. Титания. Поглотитель. Стервятник. Мистерио. Носорог. Крейвен Охотник. Ящер. Песочный человек. Хлыст. Мантис. Адская кошка. Призрачный гонщик Робби Рейс. Максимус. Кристал. Инферно. Каргон. Карнак. Лунная девочка. Медуза. Соколиный глаз. Кейт Бишоп. Хелва. Хогун. Что-то у меня яркость меньше стала. Вальштах. Фандрал. Уилик. Хеллсторм. Старейшина. Кицили. Даже Кицили есть тут. Вонг. Барон Мордо. Мистер Найт. Мисти Найт. Шан-Чи. Гвенпул. Девушка-белка. Как это вот прям уматно? И почему это только на мобильном телефоне возможно? Певчая птица. Халклинг. Викан.
Белая тигрица. В мультсериале про Человека-паука видел. Так. Капитан Америка Шерон Роджерс. Грех. Лунный рыцарь. Кроссбоунс. Тор Джейн Фостер. Мисс Марвел Камала Хан. Халк Амадей Чо. Шелк. Гвен Паук. Человек-паук Майлз Моралес. Джессика Джонс. Эльза Бладстоун. Вервольф. Фил Коулсон. Лэш. Линкольн Кэмпбелл. Дедлок. Сиф. Джейзи Джонсон. Дейзи Джонсон. Женщина Халк. Сингулярность. Сестра Грим. Желтый жакет. Оса. Великан. Человек-муравей. Ронан. Небула. Йонду. Халк Бластер. Меченый. Веном. Электро. Анжела. Черный гром. Черная пантера. Звездный лорд. Железный кулак. Люк Кейдж. Агент 13. Каратель. Зимний солдат. Сокол. Вижн. Воитель. Капитан Марвел. Красный Халк. Пересмешница. Соколиный глаз. Дракс. Разрушитель. Маликит. Модок есть даже. Зеленый гоблин. Доктор Осьминог. Сорвиголова. Красный череп. Локи. Альтрон. Гамора. Грут. Тор. Черная вдова. Блейд. Енот-ракета. Призрачный гонщик. Железный человек. Халк. Капитан Америка. Дальше вот идут почему черно-белые. Нельзя вот выбрать. Доступно в рамках ежемесячной акции 20 генов X. Мистер Зловещий, Псайлок, Колосс, Макари. А чё ж тут Старфокса нету, интересно? Венву, Спектр. Гильгамеш, Тена. Мефисто. Как он тут выглядит? Ну, опустись вниз. Вот он. Икарис. Кнал. Я что-то Адама Ворвака не вижу. Так, молекулярный человек. Мунстоун.
Moonstone. Дакен. Арес. Часовой. Женщина-паук. Мобиус. Тейн. Искра. Мерзость. Красная женщина-Халк. Гладиатор. Нова. Ричард Райдер. Фила Вэл. Беттера и Билл. Елена Белова. Мистик. Профессор Икс. Барон Зема. Солнечная птица. Синий дракон. Сверхзвуковая боеголовка. Слэпстик. Айра. Малыш Омега. Рэйчел Саммерс. Китти Прайд. Волна. Серебряный серфер. Немор. Электра. Джубили. Бишоп. Человек лед. Рескью. Саблезубы. Джаггернаут. Варпад. Ник Фьюри. Победительница. Доктор Дум. Невидимая леди. Мистер Фантастик. Белая лиса. Полумесяц. Страж. Ночной змей. Гамбит. Вепон Хекс. Призрачная пантера. Арахнайт. Страйф. Фантом Макс. Домино. Дэдпул. Оса. Надя Ван Дайн. Призрак. Эмма Фрост. Ангел. Мэри Джейн. А, не, Мэджик, опять говорю, не так читаю. Вот которого Marvel Future Revolution дали. Персонажа. Киллмонгер. Луна Сноу. Адам Ворлок. Вот он, Адам Ворлок. X-23.
Античеловек. Квазар. Аврил. Клин Кейт. Нова. Сэм Александр. Синее чудо. Валькирия. Кейбл. Апокалипсис. Алая ведьма. Ртуть. Человек-паук 2099. Магнета. Шельма. Зверь. Шторм. Росомаха. Джин Грей. Циклоп. Агент Веном. Кит Кайдзю. Дармаму. Железное сердце. Вот сериал по нему будет. Один. Клея. Сатана. Гиперион. Эбеновый зоб. Супергигант. Танос. Корвус Глефа. Черный карлик. Карнаж. Проксима Полночь. Чаровница и Доктор Стрэндж. Нету Старфокса. Так, что тут надо выбрать? Попробуем. Где он есть? Так, а тот закрыт, да? Другой призрачный гонщик, который не Робби Рейс. А вот он есть. Вот такого. Выбрать, да. Уровень 2. Подарки. Так, так, основное, так, что тут союз, входящий, еще что-то есть, открыть, забрать, открыть, забрать, нету, все, да, открыть. Да ё-моё, что он меняет место. Вселенная Марвел. Союз, награда. Агент. Бонус. Повышает всех базовых видов атак. Использовать. Так, мозаика. Команда. Профиль. Мастерство. Так.
мастерство повышено. Так. Награда за вход. Тут я что-то так и не пойму, что делать надо. Где тут точка-то? Так, и союз. Сейчас вот команда вверху справа. Так, заявка, так тут непонятно. Команда. Нифига у меня тут народу сразу сколько. Вот призрачного гонщика возьмем. Капитана оставим, пускай один будет прокачанный. Собрал сколько народу уже, да? Что у нас тут по заданиям? 2-1 вот. Первую часть выполнил. Дальше вот будет уже вторая. Ну что ж, на этом мы сегодня прервемся. Продолжим на днях. Очень интересная игра. Хорошо, что это не файтинг.